Если вы обнаружите, что ваш домашний любимец делает это, срочно несите его в ветклинику. Если у вас есть домашнее животное, то вы, вероятно, смеялись над некоторыми их дурацкими выходками и захватывающими трюками. Однако, знайте, если ваше животное упирается головой в стену, вам стоит немедленно обратиться к ветеринару. Когда ваш любимец постоянно упирается головой о стену, это является признаком более глубокой проблемы. Причиной такого безосновательного поведения может быть то, что они страдают от повреждения нервной системы. Есть ряд причин, почему их нервная система может быть нарушена. Это в том числе инфекции и опухоли. Кажется милым, что домашние любимцы упираются головой в стену, но на самом деле это признак того, что пришло время бить тревогу. Домашние животные не умеют разговаривать с людьми, они не могут пожаловаться, что им больно. Но если мы не прислушаемся к этим симптомам, здоровье наших питомцев и даже их жизни может быть под угрозой. Не тяните и оповестите владельцев домашних животных, так как настоятельно рекомендуется действовать быстро в таких ситуациях. Тяжесть их состояния зависит от того, насколько часто и как долго они прижимаются к стенке. Важно как можно скорее госпитализировать животное. Только ветеринары смогут определить, от каких болезней страдает ваше животное, и предоставят необходимую помощь, чтобы он жил счастливой и здоровой жизнью. Если ваш питомец несколько раз надавил головой в стену, то не нужно смеяться и делать фотографии для социальных сетей. Окажите вашему животному медицинскую помощь, в которой он нуждается как можно скорее. Он бы для вас сделал то же самое. Знаете ли вы кого-то, у кого есть домашний любимец, тогда не забудьте поделиться этой историей с ними. Кто знает, возможно, в конечном итоге вы сохраните жизни и будете героем в глазах ваших друзей и близких. Пожалуйста, поделитесь этим видео. Давайте вместе делать домашних животных счастливыми и здоровыми.